Nokia 5220. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 5220». Чаще всего разговорный динамик выходит из строя или работает некорректно из-за повреждения мембраны мусором, который попадает через выходное отверстие динамика. Меняется он несложно. Динамик приклеен двухсторонним скотчем к металлической рамке. Заостренным инструментом поддеваем динамик и извлекаем его. Новый динамик пинцетом вставляем на место старого. Все. Разговорный динамик заменен.